Крупный пожар случился в Челябинской области. Огнем уничтожены два дома и деревообрабатывающий цех. ЧП произошло в деревне Большакова. Известно, очаг возгорания пришелся на деревообрабатывающем производстве, оборудованном на территории частного домовладения. К месту были направлены 5 единиц пожарной техники. Ветер лишь усилил пожар, и пламя перекинулось на баню и на дворные постройки, а затем на жилые дома и гаражи. В результате пожара уничтожены пилорама, 2 дома, 2 гаража, 2 бани, надворные постройки, пиломатериалы. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. А это кадры с улицы Барбюса в Ленинском районе. Произошло возгорание ранее в 5-этажке. Как сообщили в МЧС, пожар произошел на 2-м этаже дома. На балконе загорелся матрас. На место прибыло 4 автоцистерны и 16 человек личного состава. Пожар ликвидировали. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Видимо, кто-то из соседей сверху мог бросить окурок, который залетел на лоджию и упал на матрас.